Надеюсь, доктор спятил не до конца. Прыжок веры. Мне лично нравятся красные. Ты проснулся. Впрочем, не полностью. Джунгли говорят через воина. Путь ведет в сердце джунглей. Звонили со студии, мне дали роль. А что с остатком отпуска? Я думала, мы сможем поговорить серьезно. Лиза, мы в Бангкоке вместе, ты изумительно красива. Мне что, разделить вас как друзей? Я же обещал отцу, что пригляжу за вами. Райли, твой младший брат. Будь взрослей. Эй, Джей, ты придешь отменить мою лицензию пилота, да? Прости, я занят. Эрнхард? Привет! Чего ты боишься? Ты же отлично стреляешь.
Дран? Грибы. Вот они. Ого! И долго там был? О, Джейсон, какой приятный сюрприз. А я тут уже кое-что приготовил, пока тебя не было. И девочка, кстати, проснулась. Только ее жутко лихорадит. Да где же они? А, да. Я же их съел. Я принес грибы. Прекрасно. Давай их сюда. Мне нужно несколько минут, чтобы сделать лекарство. Последи пока за ней. Как ты? О, рада, что ты цел, вот как. Это доктор Торчок. А он не опасен, даже милый в чем-то. Он принес меня сюда. Я убежала от конвоя, а потом вырубилась. Доктор спас меня. Ты молодец. Да. Это было сложно. Джейсон, что такое? Грант, он... Стой! Дейзи! Нет! Мне очень жаль! Так значит, все? Я... Что это? Ты справишься? Мне надо спросить доктора про остальных. Точно? Иди. Джейсон. Тот, кто это сделал. Тот, кто убил Гранта. Не должен жить. Поговорим? Конечно же. Спасибо, что спасли ее.
Браво не стоит. Я ищу своих друзей и младшего брата. Когда найду, они поживут тут? Ни в коем случае. Я не буду держать здесь пленников Васа. Его люди постоянно покупают мой товар. Значит, здесь безопаснее всего. Они не станут тут искать. Пожалуйста, доктор, дайте ему привести их. Иначе они умрут. Агнесса, как я могу тебе отказать? Конечно, пусть ведет. О, теперь мне нужна двойная доза. Успокоить нервы. О. Я в порядке. Поживи тут. Я поищу остальных. Джейсон, нашел подругу? Да, она в порядке. Спасибо, Деннис. Это все благодаря тебе. Не мне. Твоя победа. А где другие? Где мне их искать? Какие-нибудь зацепки? Знаешь, Джейсон, пираты держат связь с Медузой через спутниковую тарелку. Зайди в радиорубку и прослушай передачу. Какой Медузой? Корабль, что сел на мель неподалеку. С пиратами в команде. Путь воина, Джейсон. Упражняй тело, а ум догонит. Татау приведет тебя туда.
Охренеть! Попробуем подавить меня! Черт! Я ранен! Твою мать! Будем через минуту! Тебе крышка! Мы идем с запада! Здесь наверняка полно пиратов, стоит оглядеться. Джейсон, разберись с пиратами.
черт! Жжет словно огнем! Надо было взять резинку! Что за... Что за херней тут воняет? Жопа мира! Я тут потею, как свинья. Сраные жуки.
Теперь рация. Снимает видео для выкупа в ПБ. Так он выкуп берет. Мне сказали подыскать покупателей. Ищи. Когда придут деньги от родителей, детишек... ...сади на черный рынок и отправим покупателям. Двойная прибыль? Одобряю. Эй, заткни хлебало! На Медузе кто-то поднял тревогу! Кретины! Мы ближе всех. Я отсюда вижу. Черт, они идут ко мне. Я готов. Сейчас или никогда. Эй, Деннис, я напал на Медузу. Пираты сообщили с... Джейсон, Вас хочет нас убить. Некогда говорить. Встретимся у Аманаки. Ты нам нужен.
Говори. Вас собирается напасть на нашу деревню. Пока мы говорим, он собирает стволы. Мои друзья тоже в беде. Что сказали по радио? Их увели в какую-то ББ. Вас хочет взять выкуп, а потом их продать. Это хорошо. Время есть. Джейсон, прошу, будь за нас. Ракьет убьют. Если сможешь испортить оружие, это ослабит Васса. Легче убить. Сделаю. Да. Я знал, что на тебя можно рассчитывать. Пираты хранят оружие в джунглях в лагере лесорубов. Сначала отключи сигнализацию, да? Если она сработает, пираты будут охранять оба тайника. Выгради взрывчатку, а потом уничтожь оружие. Понял? Ладно. Удачи. Вышки. Если не включишь, я не смогу заказать снаряжение из дальних деревень. А там, поверь.
ненавижу это! За око! Ему хана! Thank you.
от камер потерял, друг. Кто стреляет? Я его вижу! Он покойник! Слышишь? Я подниму тревогу! Я только разогреваюсь!